Так, мне... Ну давай, дым, сидим. So I asked the congressman last night, I said, well, excuse me, explain to me, do you think this is a racist? Simple question I asked, here's how it went down. Now I'll go back to my question, which is, do you think it was racist, like Jesse Jackson suggests? What I believe is that Chairman Issa needs to apologize to Ranking Member Cummings and to the members of the committee and the House for breaking the rules for... Так, сейчас попробую проехать по Main Street, если получится. Включила печку у себя в машине. Включила печку. Ой, согреваюсь потихонечку. Ой, как я замерзла. Вообще сижу. Холодно как. Бррр. Вот тут я мерила сегодня вот эту шептеночку. Итак, если... Я так понимаю, что можно по Main Street проехать. Ну, хотя мне туда не надо. Но я все равно проеду. А тогда можно мне проехать или нет? Can I go this way? Где приходим? Не знаю, там можно ли туда ехать или нет. Машинам. Потому что, я знаю, туда едут только мотоциклисты. Но я попробую сейчас. Вон сколько людей. Вот это вот выход на пляж. Вон как они все одеты. Женщины даже в перчатках. Ну что, очень холодно. Я такая вся. Полицейские стоят уже, руки в карманах, чтобы не замерзнуть. Он какой бородатый дяденька, с голыми ногами. Классный такой. Да, я сейчас здесь проеду, а потом снова выйду на океан. Опа. Тихо, 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 ребята, тихо, тихо, тихо. Все, они мне ничего не сказали, значит, я могу сюда проехать. Can I go? Can I go? I cannot go. You don't read a sign that says no cars? I'm sorry, no. Can okay, I'm moving this cone. You need to go that way. Thank you. Sorry. Меня даже не оштрафовали. Он говорит, ты что, не видела знак, что только мотоциклом? Я знала, что там только мотоциклом, но я, честно, не обратила внимания. И вот так вот меня даже не арестовали и не оштрафовали. Молодцы, любимые мои полицейские американские. Все, поехали домой. Ну, собственно, в этом, наверное, что-то все-таки есть. Во всяком случае, я не выехала с дороги. Я не ушла от океана далеко. И тут сейчас что только сейчас не продается. Такой красивый домичек с прастерной. Ладно, сейчас я попробую поменять линию, чтобы ехать на левую сторону, чтобы подъехать к океану, посмотреть еще на океан. Вот это вот Дейтона. Так, дорога туда и дорога обратно. Это уже дорога домой. Это я уже еду на юг. Я еду на юг. В Орландо. Тра-та-та-та-та-та. Боже мой, как мы сейчас хорошо с Сашей поговорили, как он мне прочистил мозги с этой ситуацией, что творится в Крыму. Ничего говорить не буду. Ни за, ни против. Вообще ничего говорить не буду. Боже, как красиво. Как красиво. Надо мне туда... Ладно, не буду. Надо мне туда свернуть, сходить. Какой умничка, господи. Дай Бог ему здоровья. Все, сейчас включу себе радио. Выключу камеру, включу себе радио. Буду ехать и кайфовать. Боже, как я люблю ездить, как я люблю находиться за рулем, вот так одна в машинке, с включенным радио, что-то слушать, что-то... Музыку редко слушаю, в основном слушаю радио. Я сейчас все-таки заеду на пляж. Заеду, покажу. Так интересно. Вот он, въезд на пляж. Хоть сегодня, конечно, и холодно, но я думаю, надо было ножки все-таки помочить. Может быть, я сейчас это и сделаю. Может, я сейчас пойду ножки помочу. Шторм такой сильный. Прямо как раз вот для пацанов. Вон оно, что творится. Океан виден отсюда.
Вот тут обязательно туалет, обязательно душик. Вот детская площадка. Вон они, эти, когда деткам жарко, вон они сплаш этот называется, сплаш. Сейчас я выключу. Вот он сразу, выход на пляж. А, заехала, как всегда, задним колесом, как всегда. Так, я зашла, вернее, открыла свою машину. Господи, что-то я заговариваюсь. Одела желтую куртку, нашла свою старую желтую куртку. Еще из Украины. Боже, как холодно. За что люблю свою машинку? За то, что у меня там есть все. Там у меня есть и спортивные костюмы, и полотенца, и купальники. Вот это специально сплаш-зона для деток, когда летом они здесь бегают. Сейчас, конечно, ну опять-таки, когда летом. У нас всегда лето. А вон висит полицейский этот. Что-то там случилось. И вот тут есть, тут вот даже можно шашлычки поджарить, покушать, пообедать, позавтракать, поужинать. Что-то там случилось. А мне туда надо тоже. Сейчас пошла по воде. Ой, что-то ж там случилось. Ой, как холодно. Здесь разрешено машинам ездить по пляжу. А вот там прямо конкретно. Или это висит, потому что байквик, не знаю. Обычно вот так вот вертолеты зависают, полицейские за кем-то наблюдают. Холодный такой океан. Я бы сейчас ни за что. А, ноги намочила, совсем залезла в лужу. Уходим. Чайка улетает, такая толстая, такая жирная. Вон она. Она прям не боится. Ноги совсем намочила свои. Иди ко мне. Было бы хлебушек, я бы тебя покормила. Сейчас посмотрю, что там творится. Возьму другую камеру, которая 20 зум. И вот детская площадка. Вот там сидит, смотрит, чтобы ничего не случилось. Спасатель. Ну сейчас, конечно, какой дурак сейчас пойдет плавать. Public restroom. Вот там, я уже сказала. Хоть он хорошо, хоть закрыт, хоть ему там не холодно, то я сейчас побежала в угол давать, спасать его побежала. И вот детская площадка. Мягкое вот это покрытие. Так, а что ж там такое случилось? Что ж там происходит? И вот спуск на пляж. Почему висит этот вертолет? Сейчас я возьму камеру и приближу, посмотрю. Мне же все надо. Хочу все знать, называется. Вот домик, в котором... Домик... Машина-домик. Вот старенькая-старенькая, покоцанная-покоцанная, проржавевшая-проржавевшая. Но, по всей видимости, она еще катается, эта машинка. И вот там прямо целый дом, я сейчас посмотрела, там вот эта женщина, которая вот она сидит, по-моему, это она. Да, это она. Вот она катается по стране на такой ржавой машине и как-то живет. Не надо ни работать, ничего. Ну, как-то не знаю, как она бензином заправляется. Может, какие-то доходы у нее есть. Итак, лайфгард. Это headquarter. Headquarter – это штаб. Штаб лайфгард – это спасатели. Штаб спасателей пляжей. Все, поехали домой. Божечки, как холодно. Да, отвыкла я от морозов. Отвыкла от холодины. Так. Все, дорога домой. 35 миль в час. Допустимая скорость. Ой, сколько мотоциклов. Вон, все гостиницы оккупированы. Да, вот эту вот неделя, байквик неделя, она, конечно, приносит громадный доход вот этому маленькому городку, да это он обеч. Потому что тут несколько сотен тысяч мотоциклистов приезжают с женами, с детьми, и с друзьями. Тихо, мальчик, тихо, мой хорошенький, тихо. Конечно, всем надо покушать, всем надо снять гостиницу. Гостиницы тут сразу повышаются в цене, понятное дело, раз такое дело, то понятное дело. Конечно, скупается масса одежды, всякой обуви, чего-то, полотенец. Пошла к океану, помочила ножки. Так хорошо. Ну вот и все. Поехали теперь домой. Все, больше нигде останавливаться не буду. Сейчас по пляжам. Долго мне по пляжам ехать? Мне, наверное, миль 30 или 40 мне нужно будет ехать вот так по пляжной линии, вот по этим островам. А потом я сверну резко направо на 50-ю трассу и поеду домой.
остановлюсь в магазинчике, где я снимала розовую свинью. Это магазин прямо на трассе. Такой классный магазин. И там еще есть аэроботы. Можно взять, сесть на этот аэробот и поехать. Часовая прогулка по каналам, посмотреть настоящих крокодилов живых. Как они живут в дикой природе. Страшно, конечно, в то же время так захватывающе, так интересно. Не знаю, если я успею туда заехать, если они не будут закрыты, потому что сейчас уже 16:30. Вот сколько машин, вот это все парковки, которые обычно не заняты. Но вот они именно заняты в день, когда происходит вот этот Bike Week. Магазинчики. А сколько еще пустой территории можно еще понастроить тут кучу гостиниц? Сайкик, это вот, сайкик, это ясновидящее, ага, или чтение руки, магазинчики вот мини-гольф, там живые крокодилы, у меня много вот таких вот, по-моему, вот отсюда даже у меня, не отсюда, с другого, нет, или отсюда, да, у меня есть видео, так интересно, я туда захожу, иду, делаю видео, никто меня не останавливает, никто не спрашивает. И там живых крокодилов часто служители этих гольф-клубов, они берут сосиски, режут на кусочки, их привязывают на такие специальные заколочки, такие пластмассовые. И людям показывают, как крокодилы, как удочку опускают с этой сосиской, и крокодилы подпрыгивают и откусывают эти, схватывают эти кусочки сосиски. Маленькие крокодильчики, маленькие. Ну, где-то метр, может быть, длиной, может, метра полтора. Не совсем крошечные, но такие уже. Годовалые, может, двухгодовалые. И вот эти все мини-гольфы, у них у всех есть живые крокодилы. Живые аллигейторы. Leaves alligators. Ой, как красиво, как здорово. Сзади меня вон два красивых мотоциклиста едут. Один держится одной рукой за мотоцикл, а вторую руку в карман спрятал, потому что холодно. Я понимаю. Держись, крепче за баранку держись, шофер. А, он в перчатках. Все уже двумя руками. Он меня послушался. Я не могу быстрее ехать. Тут 35 миль в час. Вон, 35 миль в час. Я не могу. Вот еще один мини-гольф. То же самое, живые крокодильчики там есть. Вон они, сколько мотоциклистов. Пацаны, мальчишки. Мальчишки, пацаны. Так, что-то мне хочется куда-то заехать и что-то еще взять. Я вроде так покушала хорошо. Я, наверное, сейчас заеду, остановлюсь в Макдональдсе, возьму себе милкшейк стробери. Стробери – это клубника, клубничный милкшейк. Милкшейк – это как сказать? Как сказать, что такое милкшейк? Он прямо башня какая, круглый дом. Хочу вот такой, вот хочу на самом верхнем этаже, так хочу иметь весь верхний этаж. Круглый дом, чтобы мне солнце с утра до вечера светило в окна. Печка нагрела меня уже, все, сейчас буду ехать и усну. Так класнево. Так, это будет просто дорога, красивый домик. И сейчас батарейка у меня уже, наверное, садится. Батарейка сейчас сядет. У меня есть еще вторая, не знаю, полностью ли она у меня заряжена. Так что ничего особенного, просто будет дорога. Кому не интересно, нужно выключаться. Ой. В связи с этими событиями в Крыму, конечно, ничего не хочется ни говорить, ничего не хочется обсуждать, потому что я сама до сих пор разобраться не могу. Где белые, где красные, кто наши, кто не наши, что надо, что не надо, что правильно, что неправильно. Вообще женское дело – это варить борщи и это солить помидоры. Ох, какая у него музыка. Аж сюда слышно. Поэтому лучше на эту тему, лучше этой темы не касаться, конечно. Какие красивые дома. Тут, конечно, вот в таких домах с видом на океан, конечно, квартирка будет стоить, ну, наверное, от миллиона и выше. Я так понимаю. Красивые, конечно, красивые дома, шикарные. В каждом доме обязательно тренажерный зал и бассейн. И там всякое разное, что угодно,
Publix. Я ходила в Publix. Зачем мне надо в Publix? Что мне так хочется в Publix? Не знаю. Не, наверное, не поеду. Макдональдс. Да, хочу милкшейк. Ну что я так хочу? Я иногда себя бывала. Я вообще стараюсь, конечно, избегать таких вещей, как милкшейк. Но иногда, вот когда куда-то еду, я прям позволяю себе все. Да. Один раз не еду. Вон сколько опять моноциклистов. Ну, один раз ничего страшного. Итальянское кафе проехала. Ой, какое место красивое. Божечки, какое красивое место. Надо вообще когда-то сюда на недельку приехать, снять гостиницу на недельку и просто позагорать, поплавать, побыть отдыхающей. Снять гостиницу где-то на самом большом этаже и на самом высоком и покайфовать. Так, тихо, дяденька. Дяденька, тихо. Забой. Так что из-за этих событий в Украине, что там происходит, кто за наших, кто не за наших, кто правый, кто не правый, кто левый, кто не левый. Вообще вся запуталась, перепуталась. И вообще больше не хочу. Я больше вообще не хочу ничего знать, не слышать. Я хочу, чтобы все это быстро закончилось, чтобы наступила тишина и покой, чтобы уже не травмировали людей эти все происшествия. Рано или поздно все равно это кончится. Так всегда не будет. Так всегда не будет. И тогда уже. А 15 марта мы едем с Аллочкой в круиз, с Аллочкой, с Доней. И с нами еще одна девочка будет, Оля. Ой, красота! Не дождусь уже, сегодня у нас 7-е. Завтра, 8 марта, мы встречаемся. Русская встреча у нас будет здесь в Орландо, посвященная 8 марта. Не знаю, я ли туда пойду, не пойду, потому что это вечером. Не знаю, если муж... Вот еще мини-гольф один. Вот он тоже вы видите. Интересно так. Так, поеду я туда. Через мост поеду я прямо. Не знаю, пойду, не пойду. Опять идти туда, опять наедаться, не знаю. Не знаю, наверное, все-таки не пойду. Наверное, все-таки не пойду, потому что муж 100% не пойдет, а одна мне что там делать. Буду дома. Ой, вон он, выход на океан с левой стороны. Так красиво. Если вы хотите с машиной заехать прямо на территорию пляжа и покататься по песочку, это будет стоить вам $10 в день. То есть я могу реально сейчас вот свернуть вот на любом на этом перекрестке. Вот могу свернуть налево, и тут же вот он сразу океан. Я сейчас, кстати, сверну и покажу. Если мне батарейки хватит. И вот возле каждого дома выезд на океан. Возле каждого дома выезд на океан. Beach Walkway. Здорово, конечно, сейчас вот сидеть вот в этом доме на самом последнем этаже с видом на океан, пить горячий чай и любоваться штурмом. Такие волны мощные идут. Я только что сняла там другую камеру Sony. Я сняла парнишка какой-то в костюме, правда, в этом такой черный костюм обтягивающий. В воде, ну холодно же. И он на доске поймал волну, я сняла, как он на доске катался. Ну, страшно. Какие дома шикарные вот эти. А, это один дом, я думала, это два. Он соединен.